Вот такая тут ямина прорвала. Бобры проедают, а потом вода течет. Мы с Володей приехали сегодня, 23 июня 2023 года, пятница. Сходи там, где слив у нас был, посмотри, что там. Тут что только забивать. Метров 5. Ну и ширина тут может быть 25-30. Корышков Сколк называется. О! Вот лага, там и деревья потеряю, видать, тут последний. Вот угор тут с этой скрапивы. Последний угор там потеряю. А когда еще единолично жили, тут потеряя бы были. Ну, она вышла замуж за рыжку. Рыжку, так называется, рыжка. Вот эти вот все деревья, вот все, вот это все в воде будет. Ну, тут видно, вот где. Залезно. Там вот. Нога. Вот Владимир Александрович Пащенко идет с той стороны. Ты можешь понизу пройти, и вон туда, где мы останавливали лодку, посмотри, там туда ход какой-то. Пошли туда. Так, вот эти вот под эти загляни, где норы там есть большие, вон там -то тоже что-то нависло. Там камыша много. Это бобры, андатры тут хозяйничают. Посмотри-ка. То углубление есть, нора нет. Ну ладно, потом расскажешь.
Я ничего не слышу. Вот здесь посмотри. Все, там ничего нету. Уходим. Ну, тут 4 метра воды ушло. Невероятно. Ну все, пошли. Велосипеды наши целые.